В городе Суздаль с 22 по 24 июля проходит международный марафон. В забеге принимают участие 5000 человек. Городской округ Люберцы представляют Кирилл Олейник и Владислав Копейкин. Как проходила подготовка к соревнованиям, смотрите в сюжете. Кирилл Олейник со спортом с детства на «ты». В его жизни было все – бокс, плавание, тяжелая и легкая атлетика. В последние годы захватывают марафоны. Бегу к этому пришли спонтанно. Лет 5 назад первый раз поехали в Суздаль. Просто собрались с ребятами, компанией отдохнуть. И параллельно с этим там проходил Golden Ring Ultra Trail, один из самых крупнейших стартов в России по трейловому бегу. Первый марафон на 10 километров. На следующий год Кирилл с успехом преодолел расстояние в 2 раза больше. Теперь готовится к забегу на 80 километров. От 10 километров минимум мы бегаем до 30. Вот последняя тренировка у нас была 30 километров. Здесь по Пересеченке, по Люберцам мы набегали такой объем. Настрой победить себя в первую очередь. То есть преодолеть себя – это основная наша, так скажем, жизненная философия сейчас. Вместе с Кириллом Олейником к марафону готовится люберчанин Владислав Копейкин. Влад тоже не профессиональный спортсмен, но спорт для него – хобби. Занимался долгое время, около 10 лет, тэквондо в «Спартаке» и в 25-й школе. Вот. После начал заниматься уже железом, и сейчас мы это разбавляем дополнительно еще бегом. Готовясь к марафону, ребята 3 раза в неделю проходят различные силовые испытания. И, конечно, бег на длинные дистанции. Мы бегаем для того, чтобы преодолеть себя. То есть мы не соревнуемся с кем-то, то есть мы соревнуемся с самим собой, со своим эго, со своими сложностями, трудностями. Главное не победа, а участие. Но все-таки мы хотим войти в топ-50 атлетов на данной дистанции. Ежегодный марафон во Владимирской области представляет собой бег по пересеченной местности с водными и лесными преградами, по грунтовым и асфальтированным дорогам. К таким маршрутам ребята уже привыкли, но чем ближе забег, тем больше волнений. Как ты к этому не настраивайся, все равно вот где-то за неделю уже началось такое. Просыпаешься и ложишься с этой мыслью. Прокручиваешь финиш, прокручиваешь старт, прокручиваешь вот эту дистанцию. Тяжело морально, реально. За плечами Кирилла и Владислава 2 больших марафона по 50 километров. Забеги проходили в Суздале и Карелии в прошлом году. Дистанцию 80 километров ребятам предстоит преодолеть впервые. И они настроены на хороший результат, потому что... Люберцы – территория спорта. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.